Несколько дней жизни, прожив несколько дней обучения. Да нет, все, старость. Какое обучение? Нахуй обучение. Я и так знаю, как жить. Старость. Куда мне там? Чё меня там? Чему меня игра может научить 35 лет? Ну и чё так долго грузится? Там что, ебейшая графика, что ли, или что? Грузится дольше Fallout'а. Ну? Ну? Ой. А, всё. Июнь 46-й. Казимир пропил почти все, что у него было. Что? Где это мое хозяйство? Победил алкоголизм. Пора уже начинать управлять своим телом. Сейчас оно во власти алкоголя. Пора это прекратить. Я знаю, что это будет мучительный путь. Блять, откуда они знали, что мой дед делал в то время? Но если я откажусь от крепких напитков, у меня получится. Если будет не в моготу, я всегда смогу выпить пивка. Ну, пивасик можно, на легкую. На понижение пойдем по градусу. В этих местах бывают суровые морозы. Если мне не хватит дров, я замерзну и заболею. Да, братиш, все будет хорошо сейчас. Так, по графике у нас максимальная графика стоит. Очень высокая. А, ультра можно поставить. Качество постобработки высокое. Ну, бля, надеюсь, не ёбнет. Вау! О, яблочко есть, что, бутылочка с водой. Ой, Казимирчик. Казимирушка. Я тут ртиси, реально. Куда идти-то? Я бы яблочко сожрал бы сейчас. Или бутер давайте. Ой, бутер с колбаской так зашел сейчас. Алиса, поставь деревенскую музыку. Включаю подборку «Деревенская дискотека». Нихуя себе, деревенская дискотека. Фристайл. Хочет, чтобы у меня чел уже бухнуть хочет. Игра только началась. Ебать RTX, реально, ребят. О, поросятина. Кабанчик мой, порось. Иди сюда. Трактор. Что это? Ладно, сделаем трактор. Иди сюда, свинок. Что ты? Голодный, блядь? Что ты, поросенок? Бля, да какой водочки? Успокойся, алкаш. Вот это очко настоящее, ребят. Что-то собираю. Что собрал? Старье. У Джордана это я не знаю. В смысле узнать, выиграл наклейку или нет. Так, я собрал старье. Такие же сады. Бля, FPS, конечно, здесь оставляет желать лучшего. 50, ну ладно. Просадочками.
Ой, дом всегда хорошо. Чего тут бабка-то наготовила? Ой, блядь. Ну, немножко-то можно. Ой, ебать. Ну, чтоб дрова-то лучше рубились. Оп, чутка, ребят, ну чутка для настроения. Это деревня, а что еще в деревне делать? Здорово, как тебе мысль сделать олдовых игр? Да, есть мысль, и будет такой день. Я подберу специальные игры. Ой, утро на в деревне, что ли? Пошел дискач тут. Старье опять собрал. А где топорок взять-то? Я хочу порубить сейчас. Когда на город опускается, тут. О, водичку. Попей из колодца, ну можно попить, кстати, я протрезвел уже. О, хорошо. Курь, иди сюда. Люби. Да курь, иди сюда. Бля, да у меня бухать чел постоянно хочет. У меня батя с курями, сейчас покажу, что делал на даче. Я хочу покушать курятину хочу съесть. Я ж так понимаю, здесь есть топор? Пережить диван через 10 лет. А что, куплю себе участочек, ребят, буду жить. В гости приглашать. Тусить. Тон-тон. Курочку жрать. Сюда, кур, иди. Тут. Блять, просадка, потому что, мне кажется, знаете что? Вот это надо сделать. Зато графика норм. Да что отпустить? Это курь. Где топор? Курю пизда. Жрать охота. Дед жрать хочет. Дед воевал, дед знает. Цып-цып-цып-цып-цып. Да какой водочки? Где топор? Да все, что ты кудахчешь? Где топор, блядь? Да я не буду куря отпускать. Блин, где топор, ребят? Поставь куря на землю. Где топор? Да что ты, курь? Мне просто нужен этот. Ну и как? Ладно, иди пока, курь, короче, иди, все. Бля, у меня еле чел ходит. А! Нифига себе, у меня, конечно, еле ходит чел, у меня нагружен он. Все, выгружай, братан.
Что-то до хрена всего. Блять, у меня вот на даче такой же свинарник, ребят. Привезли все, блин, на машине разгрузили, выбросили. А кто таскать-то будет? Внуки тоже мне называются. Порось, иди сюда. Иди сюда. Пошел. Где? Топор. Что за что? Куда ты бежишь? Иди, я сказал, отсюда. Пошел вон. А зачем мусор собирать? Что мне нужно сделать? Давайте так. Что мне нужно сделать? Дневник. Почини трактор. Запастись едой. Так, ну чё? Всё просто. Короче. А, вот, кстати, для трактора, да? Я так понимаю, сейчас хуйня будет. Сейчас это заберём. Переработаю и съесть. Сейчас у меня здесь... А здесь что у меня? Бля, я доски туда положил, конечно. Да тут не пойми, что лежит. Говна всякого навалом. Фермерство, блин. Так, все, порось, иди сюда. Сейчас здесь все скину, короче. Чел, какое пивко тебе? Где порось? Иди сюда, скотина. Иди сюда, я сказал. Сюда иди, скотина. Сюда пошел. Сюда заходи. Порось, сюда иди. Иди сюда. Что? Говорю, сюда иди. Сюда. Ладно. Крыса. Окей, блядь. О. О! О! Все, найс. Сейчас порось. Сейчас мы порось и это. Сейчас мы и покушаем. Сейчас мы и покушаем заодно. Так, а где взять топор? А, во. А, сюда зверя надо притащить? А, сейчас притащим. Где курь? Курь, где ты? Я слышу, кудахчешь где-то. Где ты, курь? Блять, кудахчет где-то бегает, а? А, вот ты. Пойдем. А что, ребят, жрать-то надо, готовить что-то. А как я перетащу зверя сюда? Блять! Да... Как перетащить зверя? Какого зверя? А! Это не сюда куру надо. Ладно, иди пока бегай, блять. Везет тебе курь. Сейчас мусор соберем тоже. Да тут у меня мусора пиздец, слушайте. Сейчас сделаем все. Яблоньки. Ой, я как на даче прям. Яблоньки-то яблоки созреют только осенью, блин. Согласен. Тут по факту. Бля, пойду куря накормлю чем-нибудь, ребят. Что здесь у нас есть пожрать-то?
Чем курята кормить? Диман, я жду объяснений, что это за говно, где дрочка города или... Чел, это жизнь человека в России, в деревне. Я через это все проходил, между прочим. Так, что нужно? Колесо нужно? Нужно колесо найти, я так понимаю. Чел, какое говно. Так, блядь, что? Мне нужно колесо для трактора найти. А, вот оно, ё-моё. Ты не жил в деревне? Чел, я все лето жил в деревне всегда. Всегда жил в деревне. Так и что? Как сделать-то? Бля, как меня курица? Бум! Попробуй, ешь ружье, ебаный. Осуждаю. Да ладно, не надо. Я хочу с ружья, не хочу. Так, порось, если ты мне будешь спать мешать ночью... дверь-то открой. Что такое? Соль, хлебушек, мясо птицы, мяско, чай, сахар. Ну, в принципе, у меня все есть тут. Ну все, тут нормально все. Блин, порость что-то там моросит на улице. Бля, можно поохотиться по... Ну-ка, блядь. На, нахуй. Руби дрова, так чем рубить-то? Ладно, сейчас найдем. Надо топор найти, я не понимаю, где топор. Сзади дом, блять, это как у меня на даче прям, ребят. Все так же было, доски. Вот все так же было прям, понимаете? Так сожри яблочко-то. И бутер съешь, что ты? Вот где топор взять? Я не могу топор найти. Палки какие-то я уже накидал. Ой, дождик пошел. А что с погодой? Это что такое? Бля, чел, ну ты задрал. Ну выпей. Ё-моё, что? За пеньком там не было топора. Где я за пеньком? За каким пеньком? Где топор? Здесь? Блядь. За каким пеньком? Какой пень, блядь? Ребят. Я тупо топор не могу найти. Просто принести сюда животное нужно, да? Что там нахрен происходит? Вы, может, на охоту сходить? Мне надо трактор починить. Как чинить трактор? Я вообще ничего в игре не могу сделать. Хотя игра для... Вообще для полных, ну я не знаю. Почини трактор. Зверюга стоит, если тебе удалось его завести. Как я его починю-то? Типа нужно колесо, да?
Блин, я порусь сейчас захерачу, он меня бесит. Блять, у меня такой мусор везде здесь. Дрова нарубить надо. Я топор не могу найти, ребят. Так что я без обучения ничего не могу? Я хочу топор. Мне топор нужен. Можете загуглить, как топор сделать? Это что такое? А, ну здесь вилы нужны. Колесо у дома. О! Но его брать нельзя. Может, ты из фермы выйдешь? Согласен. А, ну все, мы погнали рубить куда-то, да? А, вот, все, я понял, куда идти. Все, вот здесь деревушка моя. Блин, дачная тут атмосфера, слушайте, ой. Как круто. Да не убегу, не убежит она никуда, она ко мне привыкла как к своему. Ебать, а это что такое? Лом нужен, чтобы открыть. О, чужой дом или что это? А, блядь, что так темно стало? Казимиру снится лесопилка. Он пытается продать множество вещей, но владельцы только потешаются. Древесина, бревна, им нужно такое это. Казимир пытается... Оп. Казимир, блин. Бля, а как к дому вернуться теперь? Это мой дом там? Дик Броди, чё? Ну, попей, попей ты, господи, попей, Казимирушка, ну что ты, я не знаю. А, вот, мы идем в деревню. Новый пункт быстрого путешествия, найс. Вот, цивилизация, ребят. Чё у нас тут? А где все? Блядь, такое ощущение, что рановато, да? Давайте еще поспим. Вот на скамеечке выспимся, плюхнемся. Казимиру снится война, а потом эхо из обгоревших. О! Гена! Ген, ты че? На, блядь, Гена, нахуй. Давай, Гена, на. Я тебе лицо, Гена, сломаю. Да, блядь, у меня чел. На, Геночка, блядь. Да. Пришел в деревню, пизды получил. Гена, блядь. Где на меня отпиздил? Ой, блядь. Поговорим. Блядь, поторгуемся. О! А, вот где можно все купить. Охота, лесопилка, интерфейс, кормление животных.
Старость. О, кладбище. Сума. Детка. Сюда. Кухня. Так, мне топор нужен. Вырубка деревьев. Да, вот. Да. А где взять-то топор? Топор где взять? А у него только кури и свиньи. О, можно коня купить. Бля, ребят, мы будем в эту игру, по-моему, играть. Это охуенная игра. Блядь, мне топор нужен. Здорово. Мясо, рыбу. Может, ты пиздюлей дать за твой взгляд такой коварный? Бля, мне топор нужен. А сколько у меня денег? А, у меня ноль. Сэдди, привет. Микрофона не, нету. Здравствуйте, тетя. Тетя Тань. Тетя Тань. Блядь, а Гена... Гена меня отпиздил. Гена. Блядь. Я не могу... Что я не могу... Гена! На нахуй. Я сейчас еще выпью, еще здесь устрою. Иди сюда. Ты что, сука, иди сюда! Еще кто-то хочет здесь! А, вот топор, где можно купить. Чел, мне нужно с тобой побазарить. Да все, все. Все, братишка. О, Гена пришел. Не понял. Зареспаунился? Да что я мог сделать? Блять, вот топор. Как топор купить? Ну, бля, Гена меня сам виноват, ребят. Бля, они все убегают теперь от меня. Так, я, и давайте я посплю сейчас попробую. Чуть-чуть посплю, может, в себя придут. Все, уже не боятся? Все, не боятся уже. Вроде все. Все. О! О! Чел! Сколько стоит топор? 100? Блять, а эти две воды? Ну дай мне топор! Какой мерзкий вор! Какой мерзкий вор? Ты чего, блять? Добыл лисицу и дву... Хорошо. За что он меня мерзким вором назвал? Красивый мех. Ну похуй, погнали в лес сейчас. Лисицу намутим. Убей у него в инвентаре? Да нет, он не дает мне. Он мне не дает убивать. Да я не спиздил нихуя. Я свар... Блядь, какой же он... Бутылку водки хочешь? Блин, ладно, я сейчас могу убить лисицу. Дим, какие ноутбуки у тебя сейчас в наличии? Чел, очень смешно. Блядь. А где я лисицу-то возьму? А, ну вот лес. Сейчас лисицу. На нахрен, лиса поганая. Оп. Так, а еще есть? А у меня патрон-то есть?
Ягодки. Сладкая, как... Ой, малинка. Сейчас бы малинка в ротик. Ой, залетела бы. Ой, малинка. Малинка, ой. Хорошо. Так, сейчас лису найдем. А тут вообще все собирать можно. Так, все, я по идее могу продать всю эту херню, да? Я же могу продать и купить топор. Мне топор нужен, я хочу куря замутить. А че ты убегаешь-то, Кент? А че они убегают? Опять спать надо. Сейчас, ем яблочко. Давайте до утра доспим. Ты убил лисицу? Нет еще. Казимиру снится минное поле. Каким чудом он оказался прямо в центре? Так, какие сны у Казимира? Сейчас я сейчас продам. Сейчас чуть еще проспим. Блин, надо разобраться в этой игре. И потом я смогу тогда с вами это играть в нее. Да какой украсть тут этот чел, ты вам... Блять, он достал! Чел, малинку возьми. Пойду все-таки малинку продам. Кстати, этого мяса. Возьмешь малинку? Мамаш, малинку возьмешь, ну по-братски. Малинку возьмешь? И мясо пойду кенту продам. Все, бабки пошли. Мяско-то, а? Свеженькое. Ой. А шкуру оленя? А куда шкуру оленя? Ему же продать, интересно? Шкурку-то оленя возьмешь? Ебать. Все, теперь я могу покупать топор. Теперь главное, чтобы он мне его продал. Чел, продай, пожалуйста, топор мне. Бля, ты заебешь. Блядь, что сделать? Я не понимаю, ребят. Может, лисицу убить, реально? Он меня просто ворон называет, скиров вообще. Бля, я сейчас пойду, короче, там... Ой, поговори с ним. Да к другому иди, больше никто не продает топор, вот в чем проблема. Ты что мне голову морочишь? Мужик, оставь меня в покое. Тут есть, может, что-нибудь? У нее ничего нет, капканы только. Даже спиздить нечего. Вот этот? Вот этот не продает. Какой спереди, чел? Вот этот? Этот не продает. Этот не продает топор. Купи синьку, подарить ему, кстати, может быть. Давайте попробуем. Самогончик-то. Пивасика может ему, а? Солярка, антибиотики, молоко, яйцо, чай, кофе, бутылка. О, одну бутылочку возьмем сейчас. Дружище. Ну на, блядь. Торгуем теперь. Ты охуел просто! Ты чё, охерел, Кен? Да, ребят, я в тилте. Чё делать? Отношения поднимать? Как мне поднимать отношения? Мне просто ходить что-то пиздить?
Ну, давайте в лес попробуем что-нибудь с леса опять. О, стоп. А, я могу мусор забрать, да, здесь отсюда, по идее? Ты не подарил, я подарил. Так. Я сейчас клам продам. По мусоркам лазит. Чел, не очень смешно. Так. А здесь где-то и лисички должны водиться. О. На нахуй. Блять, у меня патроны кончились. О, ягоды можно собрать. Ты подарил? Перегруз, да надо скинуть вот этот хлам. Бум. Блин, еще скинуть надо. Сейчас. Подари ему самогон, да я вроде подарил. Блин, ну здесь где-то что-то должно быть, мне кажется. Что это такое? Это собери просто. Так, еще ягодки. Сюда! Так, лиса должна быть где-то. Блин, что нахуй это такое? Чего, блядь? Что? Короче, я знаю, как я сейчас быстро пройду. Я сейчас куплю топор по-бырому, не буду никого убивать. Все, погнали. Все, изи, изи. Сейчас так изи будет, так изи будет. Я беру топор и курю просто хана. Я чисто из-за куря хочу это сделать. Все, курю хана. Все, курь. Можно еще этого корову купить, доить. Бля, я могу вообще нормально подняться сейчас. И свинью завалить в натуре. Так, сейчас сразу берем хлам продавать. Трахать, чел, никто никого не будет, запомни это. Так, все, забираем мусор сейчас. Забираем мусор, идем продавать. И оленя еще продадим там. Так, сейчас ружье возьмем. Пошел Боров отсюда. Встал посреди дороги. Говном пасет. Так, где это ружье у меня? Оп. А сколько патронов всего? 5 штук, да? Отлично. Так, все, сразу в деревню идем. Все, погнали в деревню сразу. Донетки собрать? Хочу шоу с донетками сделать какое-нибудь прикольное. Так, все, я бегу, короче, продавать. Покупаю до моря, топор и курю пизда. Спасим. Чем? И я опасен. Блин, ну прикольная игра, кстати, если здесь так развиваться нужно. Хозяйство заводить, это охуенно. Интересно, а строить можно что-нибудь? Я бы Казимиру, Казимир-то красавчик на самом деле. Водички попить. Сейчас купим по-бырому эту херню. Не, деревенская жизнь, своя атмосфера, ребят. Сейчас топорчик возьмем, курю, такая пизда будет. Я бы водочки выпил, или хотя бы пивка. Здорово. Блять, надо продать ему что-то.
Да, мусор тому надо продать. Встречи! До скорой встречи! До скорой встречи! О, оленёна! А что ты крыса, блядь? Ладно. Минус Бэмби сейчас реально будет. Хоть я Гудусик-то наберу. Что, нахуй? Идем торговать. Встречи. Сейчас берем топор, идем курю. Сейчас. Сейчас, секунду, я кое-что это. Написать надо. Сейчас. Скорой встречи. До скорой встречи. Сейчас, чеку, ребят. Тебе навечно. За что курицу? Да я еще не тронул ее, ребят. Сейчас. И чекал таймфлоу еще нет. Сейчас за Казимира кое-что сделаем, грязючку одну и все. Не, просто кур реально, ребят. Знаете, кур по осени считают, да, как говорится. Как раз осень сейчас. Поэтому мы заготовим миска. Миска заготовим. Графика охуенная, кстати, в игре. Так, все, поторгуем. Оленину возьмешь? А, ты не берешь оленину, да? А кто оленину возьмет? Вот этот возьмет, да? Не хочет? А в смысле не продашь? Не понял? А, вот продал. И ягоды возьмешь? Ягоды. Бабань, ягодки возьмешь? Да, спасибо. Так, топор взял. Что еще? Молоток. Вилы взял. Коса не нужна. Молоток возьмем. Мотыга. Ну все, я готов, все. Блять, Гена. Ген, ну заебешь. Блять. Ген. Ты... Ген. На, Геном, сука. Да, блядь. На, Гена. Ах ты, сука. На, Гена, тебе. Ты чё, к Каньке-то вчера приходил? Блядь. На, нахуй! Геннадий, блядь. Сейчас съябываемся. Пока мужики другие деревенские не пришли. Все, убежали с деревни. С другого село бежим к себе. Я
Не, Гена просто... Ребят, я говорю, типа, если в деревенская драка, типа, кто сказал, что я только на кулаках буду драться? Чел это сразу, ну, сейчас Гена в следующий раз, блядь, будет умнее. Просто Геннадию прилетела бутылочка, блин. Хороший алкоголь был, ну что делать? Хороший был. Его уже не будет, что его насмерть что ли прибило? Так, ща куря заготовим на зиму и все, и можно сейвиться. Что-то спрашивает, да блять, ну выпей, ну выпей. Ну что ж ты. Вот оно, ой, хорошо как, ой, хорошо. Ой, хорошо, яблочко закусишь. Ой, хорошо как. Ой, хорошо. Он реально будет играть в это дальнейшем? Не, не в дальнейшем, но хотя бы хочется понять, докуда здесь можно дойти. Здесь же можно прям вырастить Казимира. Так, где... Где курь? Так, где курь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, петушоночек, служил ты мне верой и правдой. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Такой он хорошенький, смотрите. Так, блядь, тут еще. Стой, стой, стой. Ребят, рука не поднимается. Ну столько вместе были, понимаете? Я помню его маленьким желтеньким цыпленочком. Алиса, включи грустную музыку. Это как раз подойдет под грустное настроение. Он запел даже под музыку. Сделайте голосование, пожалуйста. Мы куря оставляем живого на зиму или все-таки делаем еду? Голосование сделайте. Песня такая еще. Что с курем делаем? Голосование. Грустно на вкус. Голосование. А, так у меня еще один есть. В принципе. Как голосование закончится, я сразу делаю то, что выбрал чат. Ребят, это жизнь деревни, а как вы хотели? А почему голосование не идет или идет? А, идет, все равно. Пока что я смотрю 55%. Ребят, жизнь Петра в ваших руках. Все пишут не убивать куря и голосование 800 за. Ребят, чуть-чуть, совсем мало времени остается, чтобы спасти Петра. Совсем мало времени, ребят. Челы не могут... Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои, Петр. Поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ай, звери, звери. Ты неси меня, река. Что? Добро
Родные мне места. Петр еще, блядь. Что? Петр, ты что, охуел? Блядь. Голубые у нее глаза. Петр. Сука. Да блядь, а как? Речка быстрая, как одинокая. Ты что, дед, выпил, что ли? Пойду. Минус Петр. Аночка. Где бутылка? Бутылка где? Как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Так, я так понимаю, я дров могу нарубить еще. А как дрова рубить? Ладно. Короче, все, надо сохраняться. Избавь меня от лукавого. Ребят, это жизнь в деревне. Куда свинью-то еще? Вы что делаете? Я не трогаю свинью. Пошла ворона, а? Долетают, урожай едят. Для чего вилы нужны? А для уборки скошенной травы? А молоток? А, им нельзя бить. А здесь, по идее, можно разделывать животное, что ли, получается? А, мелкое животное. И чё? А, сюда крупные животные. Ладно, все, выходим. Ну, ребят, в принципе, игра годная, если честно. Не, прикольно, тут можно развиться, тут можно ферму целую сделать. Блять, Петра жалко только. Жалко Петра. Жалко.